Приветствую всех. Вот это, ребята, моя попытка сделать наноробота. Такая вот получилась муха с крылышками, с носом, с ножками. И она даже практически работает. Работает, правда, неправильно, потому как это у меня экспериментальный образец, монтажная копия, или как его еще там обозвать. Вот этот вот микромоторчик, вибромоторчик, я выколупал из сотового телефона. Это к вопросу о том, что можно сделать из старого сломанного сотового телефона. Транзистор у меня здесь есть. Этот транзистор я выковырял из пульта дистанционного управления для телевизора. Есть у меня еще один транзистор, даже не помню, откуда он у меня взялся. И вот такой вот фотодиод. Фотодиод является глазом этой мухи. Она у меня циклоп, одноглазая. Вот, моторчик, он не крутит никаких колес, он просто вибрирует в зависимости от того, что видит этот мушин глаз, так сказать. Ноги я приделал вроде аккуратно, вроде все хорошо, и муха эта работает, но почему-то по столу бегать на этих ногах отказывается. Как только она видит белый свет, ну или хотя бы вот такой коричневый, мотор начинает жужжать, но если я вот показал ей черный нож, она стоит. Вот можно даже поближе посмотреть, как мотор будет жужжать, если я уберу ножик. Вот муха поехала. А если я поднесу нож? Муха остановилась. Мотор вращается тихо, а теперь совсем остановился. Вот, чтобы эта муха бегала, мне ее надо перевернуть. Вот тогда она начинает бегать хорошо. Давайте возьму ее за ноги, я ее поймал. И если она видит белый свет, она начинает носиться по столу, как угорелый таракан. Стоять! Давайте вот сюда. Ну и как таракан она пляшет, а сейчас она раз и прекратила свои пляски. Она видит, что тут черный нож, и начинает вокруг него вертеться, как самый настоящий электрический жук. Побежал. А ножик? Держи ножик, нюхай ножик. Остановилась. Побежала дальше. Вот такой вот у меня робот получился, ребята. Забавная игрушка для меня и для моего сына. И надеюсь, она вам понравилась. Сделать ее легко и просто. Все схемы у меня есть на канале. Ничего сложного в этом нет. Смотрите, убегает от ножа. Видишь, какая. С интеллектом получилась игрушечка. Пока всем.